Прекрасная осенняя погода, спортивный азарт и поддержка болельщиков. На центральном городском стадионе прошел Кубок Одинцовского округа по футболу среди любительских команд ветеранов. На поле сразились футбольные клубы «Мебельщик» или «Кино». Фаворитом в данной игре было все-таки «Ликино», потому что в чемпионате среди ветеранов они как бы идут сейчас на первом месте, без поражений. «Мебельщик» идет где-то на 3-4 позиции. «Ликино» забило первым, «Мебельщик» отыгрался. В серии пенальти «Ликино» также вышло вперед. «Мебельщик» забил победный гол. Это фееричный матч на самом деле. На поле шла упорная борьба. Игроки обеих команд были настроены крайне решительно. В ветеранском финале все решила серия после матчевых 11-метровых штрафных ударов. «Мебельщик» – команда с большой историей. Со дня основания коллектива в этом году ей исполнилось 55 лет. И регулярно футболисты выходят в лидеры турнирных таблиц. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».